7 районов города, 15 кастингов и почти 1000 участников. Спустя 2,5 месяца шоу-проект «Школа, мы ищем таланты» завершил отборочные туры. Последние кастинги состоялись в 29 и 45 школах. Как это было и что теперь будет, знает Екатерина Маркова. На кастинге в 29-ю и 45-ю школы традиционно пожаловали танцоры, вокалисты и мастера оригинальных жанров. Специально для проекта «Школа. Мы ищем таланты» Юля Кожанова написала стихи. Уверяет, потратила на это всего полчаса, а вдохновение, как истинные поэты, искала в печали. Я писала стихи под плохое настроение. Меня вдохновляет грусть, печаль, проблемы мои меня вдохновляют. На уроках пишешь стихи? Конечно, есть стихи даже на тему уроков. Я алгебру и физику не понимаю, в биологии и в химии я как в лесу плутаю. Географию я знать хочу, так как в Вашингтон я улечу. А вот восьмиклассник Никита Москалец открыл для шоу совершенно новый жанр – йоуинг. То, что творит этот парень с игрушкой йо-йо – настоящее мастерство и ловкость рук. Такому я научился в интернете. Я не сказал бы, что это вид спорта, но некоторые люди считают это видом спорта. Это обычная пластмасска, которая просто подсоединена к подшипнику. И с помощью веревки она крутится. Коллектив «Вариант» – народники со стажем. На шоу выступили с 2 номерами от младшей и старшей групп. Убеждены, никакие современные па не сравнятся с самобытностью украинского танца. Народная хореография очень красивая. В каждом народе свой танец, а хип-хоп можно танцевать и в каждой стране по-одинаковому. Украинский танец, манера отличается. Красотой своей. Продемонстрировать свои таланты пришли и ученики детского областного центра социально-психологической реабилитации. Их художественный руководитель Елена Осипова говорит, как только узнали о проекте, сразу взялись готовить воспитанников к кастингам. Мы сегодня привели самых талантливых детей, которые на данное время, вот мы успели с ними за 2 недели подготовить по номеру. Желающих было больше, только нужно было с ними еще подзаниматься немножко, потому что дети, как бы они в своей жизни, им не приходилось где-то выступать, участвовать. Оглядываясь назад, организаторы шоу поражаются и радуются тому, сколько удивительных талантов им посчастливилось открыть. Все кастинги не были похожи друг на друга. Отборочные туры в Заводском районе отличились разновидностью оригинальных жанров. А вот в Шевченковском было множество открытий в категории вокал. Уже даже есть и в вокале, и в постановочной хореографии, уже наши фавориты, фавориты жюри, которые уже сидят, отбирают уже на четвертьфиналы. Интрига, уже что будет дальше, большие концерты, большие четвертьфиналы, уже готовят постановки. Мы со своей стороны, как организаторы, тоже стараемся выбрать хороший зал и декорации, поэтому будет жарко. 15 и 16 февраля в парке «Дубовая роща» организаторы огласят имена участников, которые пройдут в четвертьфинала шоу «Школа. Мы ищем таланты». А в четверг и в пятницу в 18:00 в конкурсных дневниках зрители телеканала МТМ смогут увидеть самые яркие номера школьников Ленинского и Хортицкого районов.